звонок по телефону пенсионеру. Голос: «Алло, Иван Петрович?» Старик: «Он самый. 1913 год рождения?» «Ну, здравствуйте, Иван Петрович. Это Сбербанк. Я Алиса, ваш электронный помощник. Мы проверяем память наших пожилых клиентов. Помните, какой у вас код? Надеюсь, вы его не забыли?» «А, забудешь его! Это ж сволочь, а не кот! Все рвет, сметану украл, гадит в туалете и не спускает!» «Нет-нет, Иван Петрович, не кот, а код. Циферки у вас на карточке». «Циферки? А зачем, говорите, вам? Вашу память проверяю». «Мою память? Давай сначала твою проверим. Сейчас молодые ни черта не помнят. Ну, говори, какой у тебя код?» «Ага, нашел дураков. Ась! Ну, хорошо, Иван Петрович, хотели сделать вам сюрприз, чтобы неожиданно, видно, не получится. Признаемся, хотим сделать вам подарок. Вот нам и нужен ваш код». «Подарок? Сейчас Соню позову, а то потом будет пилить, что не то взял. Соня, Соня, кажись, нам заказ. Алиса, да, она спрашивает, какая там колбаска, Алиса». «Нет-нет, Иван Петрович, это не продукты, это только денежки. Мы вам сейчас переведем. Так какой у вас код?» «Только деньги, значит, колбасы не будет». «Нет, только деньги». «Блин, дайте код». «Ага, значит, колбаску себе замыкали». «Да какая колбаска? Ну, обычно нам такую в заказе, которую даже кот не жрет». «Ну, тем более, видите, государство о вас же заботится, решило деньгами. Какой, говорите, код? А какое, говорите, государство о нас заботится?» «Ну, наше государство. Код какой? Наше государство? Нам с Соней? Деньги?» «Да, наше государство, вам с Соней. А что вас удивляет?» «Не, просто нас беспокоит. Оно не заболело?» «Кто?» «Наше государство. Чтобы оно просто так, не вынув из себя перед этим душу, кому-нибудь что-то давало?» «Да вам от него подарок, оно вам деньги переводит. Что вас удивляет?» «Ну, потому что оно обычно переводит нам только часы зимним на летние». «Ой, да ладно, прямо уж никогда. А пенсия? Что, не переводит?» «Я не понял, мы сейчас про деньги говорим или про пенсию?» «Это разные вещи». «Хорошо, да, государство заболело и решило перевести вам деньги. Быстренько, поспешите, пока его не вылечили. Дайте код». «Ага, оно выздоровеет и денежки назад?» «Вот почему я люблю, когда не деньгами, а продуктами». «Какая разница?» «Большая. Если деньги пришли по ошибке, их придется вернуть. А если мне скажут, что продукты надо вернуть, я скажу: поздно. Вы опоздали. Мы их уже употребили и можем вам вернуть только в переработанном виде». «Ну ладно, хорошо. Не хотели говорить, но раз вы так упираетесь, то придется признаться. В общем, Иван Петрович, государство просит вас его выручить». «А что случилось? Понимаете, не знаю, вы в курсе или нет, у государства денег куры не клюют». «Это мы в курсе». «И что? Ну как что? Не клюют куры, умирают от голода. Деньги не хотят клевать. Ах ты, Господи, умирают. Так надо ждать что-то другое, крупу там какую-нибудь». «А, крупу. А куда ее сыпать, эту крупу? Некуда. Кругом деньги». «Ой, ну раз такое дело, конечно, надо помочь. Давайте ваши деньги. Давайте.
надо же освободить место, так бы сразу и сказали. А то Алиса вам подарок. Кто ж поверит в подарок от родного? Фу, слава богу, какой у вас код? Да-да, код, циферки, скорее пишите, бедные курочки. Давайте, давайте, пишите, 28, 28, 75, 75. Фу, наконец-то, спасибо, дед. Что спасибо, вот молодежь торопится, мы же не дослушали. Как, а что после 75? Там еще что-то? Конечно. И мне еще что-то говорит про память. Это вы забыли, а я помню. 28, 75, а дальше решетка. Какая нахрен решетка? Типун вам на язык. Обыкновенная. У нас у всех в подъезде такой код на домофоне. На каком, к черту, домофоне, дед? На каком? Вы ж просили код. Знаете, Иван Петрович, если вы сейчас нас звоните, вы бы настоящий Сбербанк, а какой-нибудь мошенник, он бы переквалифицировался в киллера. И я его понимаю. Потому что вы достали. Ну зачем нам код вашего домофона? Как зачем? Вы что, не домой деньги принесете? Да с какого будуна мы понесем деньги вам домой, Иван Петрович? Сонь, ты только посмотри на них, на их лень. У них там куры умирают с голоду. Ну, кругом деньги. А он ленится их нам домой принести, чтобы освободить место для корма. Мы не ленимся. У нас такой порядок. Мы переводим. У вас есть карточка? Какая карточка? Карточка, чтоб мир. Карточка, мир. А, есть такая карточка, есть. Возьмите ее. Взял. Там на обороте 4 цифры есть? Ну-ка, сейчас на обороте. Да, есть. Фу, наконец-то. Называйте по одной. Так, 1, 1, 9, 9, 4, 5. 4, 5. Спасибо, дедуля. Алло, алло. О, черт, разъединилось. А мне спасибо, я не успел, пожалуйста, сказать. Теперь думаю, что мы невоспитанные. О, звонят, алло. Иван Петрович, это Алиса. Да узнал тебя, узнал. Иван Петрович, а точно 1945? Точно, я помню. И точно на карточке мир? Что там на лицевой стороне? Поверните. Точно мир. Вот на лицевой стороне. Это мы на этой карточке с Соней у Рейхстага на танке. Там мы познакомились. Алло! Алло! Фу, опять разъединилось. Сонь, тряхни стариной, сделай что-нибудь. О, молодец! Алло, это Алиса? Иван Петрович, как вы нас нашли? У нас же такая симка, распознать нельзя. Ваша симка, может, и не распознает, а моя Сонька, что хочешь, распознает. Она в войну от Жукова к Кетелю связь протянула. А уж к вам, соплякам. Я что звоню-то? Может, вы про другую карточку спрашивали, которая мир от Сбербанка? Да, да, про нее. Так я спросить хочу, сопля. Ты кого обмануть хотела? Старого разведчика? Иван Петрович, миленький, скажите нам тот код с решеткой. Домофон? Зачем? А мы вам заказик принесем лично, с колбаской, огурчики. Только умоляем, не звоните нам больше.